печу, просто печеные, вкусные в этом. Делаю в микроволновке. Может, кто-то будет смеяться, но делаю в микроволновке, шикарно получается. Такие 4 маленькие помидоры. И кикело, бэш, лира, 2 кило, 5 лир, то есть по 2,50. Ну, яблоки здесь, клубника 13. Клубника 13. Тут, кстати, запах есть у клубники. Вот она. Раба, как дела? Хорошо. О, кассовый аппарат полон денег. Вим. Вим, где вы тратите? Чему чайма? Чему чайма? Яблочки у меня 3 видов. 2,5! 2,5. Яблоко! Яблоко! Надо бесплатно! Взять. Бесплатно! Скидка! Бесплатно! Еще никто не приходил, бесплатно не требовал. 3 кило. Так, сколько взять? И кило. Ики кило разных. 3 кило. А, вот хурма, кстати, это уже точно. Идти. Ну, больше зеленых. Вот такая вот хурма, 6 штучек здесь. 2 лиры, это уже реально последняя. Не бойтесь, что она так выглядит, люди. Вы ее просто легонько помоете, прокусываете, и мед прям вытекает из нее на полном серьезе. Она очень вкусная, поэтому ни товарного вида не бойтесь. Она просто последняя. И капи по 8. Вот у нас тут самая дешевая на сегодня, которую я видел. Яблочки. А, хорошие мне выбирают, молодец. Так, что там у нас в горах? Ну так, все может быть. Может, через час дождь пойдет, посмотрим. Ну, у меня уже 2 видео пошло. Так уж и быть, потому что еще тот ряд можно 2. Ага. Больше там уже надо. 6-7, нормально? 6-7. Опа! Опа! Бесплатно! 3 кило, Эльма! Всем спасибо! Счастливо, Экшамлар! Приходите, он всегда на одном месте. Здесь вот капи по 8. Кабачки, цукини 5, кабачки тоже 5. Огурцы 8. Помидоры вот такие красивые на веточках 5. Были они по 8, наверное, вот буквально пару рынков назад. Пил яблок. Целый пакет 2,300 или 2,400. Здесь вот по 5 лир такой перчик капи. Вот 5. Здесь вот, ой, как пахнет апельсинами по лире. По 2 лиры все томаты. Здесь по 3. Грейпфрут шикарный, красная внутренность по 2 лиры. Очень вкусно, у меня дома есть, они ем постоянно. Апельсинки по 2, запах обалденный. Подешевела это айва, 5 лир айва. Слива по 6 лир. А, ладно, по левому ряду мы сейчас пройдемся. Раз уж я делаю 2 видео, пройдемся назад по тому ряду. 3 лиры штука цветная, 3 лиры штука брокколи. Здесь штука брокколи огромного размера, 4 лиры одна. Цветная 4 тоже большая. По лире зелень. Здесь вот есть папайя маленькая, таких размеров папайя. Красивая, но цены не знаю. Не планировал я сегодня брать бананы по 6. Лук порей кило 3 лиры. Пять помидоры на веточках. Как быстро темнеет. Обалдеть просто. Семечки, сухофрукты, орешки, 20 лир финики, инжир сушеный 40 лир и 35. Там дальше, это, хотел сказать, холодно, темно. Клубника 15. Идем назад по следующему ряду и потом по крестьянским рядам пройдемся, может быть, по 3 лиры грейпфрут. Иду медленнее, потому что уже темно, чтобы четче фиксировалось. Тыквочка.
каштаны 15, 20, 7 гранат. Цена, вы видите, там были по 4, здесь по 7. Понятно, что они разные, но я думаю, что плохие они не могут быть в любом случае сейчас. Сейчас темноту пройдем. Не так громко. Красивые по 4 лиры. Очень красивые, смотрите, какие шикарные. Просто еще и органик написано. Корень сельдерея 5 лир кило. Здесь вот у нас висят и апельсины на веточках, и лимоны. Прошел туда, не видел. По 8 лир айва, красавица просто. И 6 лир штука авокадо. Чеснок 15 лир, несколько штучек, связочка. Anne. Mama. Такой перец по 10 аж почему-то. Вот он, видите, продавал зелень, а пришел за яблоками тоже. Пришел к нашему наружу. Все сходимся у него за яблоками. Тоже по 4 шикарные помидоры. Просто вообще обалденные помидоры. Сегодня дешевая цена. Она может быть не дешевая, только если по сравнению с прошлым годом сравнивать. В том году они были дешевле зимой, конечно, но а так дешевая. Здесь тоже кумкват. И кумкват не вижу цену, и ананасы здесь. Ну, ананас, естественно, не аланийские. Дружка вот такая зеленая, 2 лиры. Такие яблоки мелкие, 2 лиры. Большущие помидоры тоже по 4. Сегодня, в общем, самые шикарные помидоры можно взять за 4 свободно. Здесь орешки жарятся. 15 лир пойдет? Сколько? 15 лир. Сухофрукты. Яблоки. Очень много яблок сегодня вижу, кстати. Так, тамам, господа, куда вас еще завести? Давайте зайдем в крестьянские ряды. Ой, тут запах клубники то ли справа, то ли слева, но вот сейчас было такое веяние прям пахнущей клубники. Лук, картошка по 3 лиры. Три кило, 10 лир апельсинки. Заходим в крестьянские ряды. Так, у меня уже карточка заканчивается. Как раз хватит, чтобы закончить это видео. Поле и зелень. По 20 лир маленькие вот эти авокадинки. Тут 50 зелень. Две лиры апельсинки. Яйца домашние по 1 лире штука. Штука, ну да, штука получается. Мы уже вышли почти в конец. Да, мало людей, мало покупателей почему-то. Много апельсин, много яблок. По 3 здесь яблочко, по 2,
и 2,50. Все, это конец у нас этих рядов, но все, в принципе, можно обращаться. Сейчас я гляну, сколько я снимал, уже должно быть 10 минут тоже во втором видео. Пойду куплю себе еще какую-нибудь зелень. Брал в четверг или когда? На пятничном рынке в четверг вечером купил укроп, такой вкусный. Это все петрушка, руккола, укроп как-то редко. Так понравился, такой вкусный. Укропчик. Укропчик. Некадар. Бир. Бирбучок. Бирбучок, укроп 50. Сейчас посмотрим, по бире найдем. Что-то они тут это на дальней дистанции держат по 50, а там уже прямо на входе по лире было еще, когда я входил, вся зелень. Так и айсберг хочется взять. Тоже по 4 помидоры. Банан по 5. Все, люди, с вами прощаются. Это был субботний рынок в Махмутларе. В понедельник рынок в Оба. Завтра он тоже где-то есть. Я все забываю, где он по воскресеньям. По воскресеньям, собственно, в Турклере. И еще где-то в центре, возле горы, если я не ошибаюсь. Примерно от Клеопатры, как вверх идти в горы. Где-то там еще. Все, спасибо всем за внимание, спасибо за оценку этого видео. Увидимся, пока.